кольцо с мастерством. Ступни, блядь, кожаные с костой РПБ силы атаки. Ну чё, ебобо? Ему надо апокалы, блядь, вообще. Короче, я понял, все, не хочу дальше смотреть. Ну, в принципе, понимаешь, он может и так дамажить. Ну, 24... Он не свой, тому, да, он выйдет. 24 он будет, ну, типа, он на орке 22 дает, типа, окей, для него, типа, хватит. Ну, если стараться, типа, куда-то выше, там, больше ДПС давать, то, естественно, надо нансеты менять. А, и у него... Короче, я понял, типа, все понятно. Мега, ты даже у нее мега сакет, посмотри, я охуеешь. Мега сакет. Да, я видел. Стилу атаки и на этот, блядь, на крит. Я просто, у него нансет там по ноже, о чем ты говоришь? Типа, у него нансет по ноже. О, блядь, уже чтобы, понятно. Чтоб ты воет понимал, там у него стоит ловкость, нахуй, крит. У него камни половина, у него половина камней в хосту. Ты видел варов, которые все камни почти в хосту забивают? Вот, я увидел. Я еще не шарю в этой хуйне. Что там, как это, что считать надо? У него хосты, чтоб ты понимал, где-то 1400. Нихуя. Ну, у него весь шмот с хостой. У него поножи с хостой, блядь, ступни с хостой, допустим, да, то есть там некоторые, конечно, без хосты, но... Это то же самое, как у меня, короче, знаешь, как я сначала добрал шмоткой, а в итоге, короче, воткнул себе мегасакет в голову, и теперь у меня перебор, и мне придется брать апокалы с этого сервиса Хэйм, потому что... Так, апокалы, они в моте и должны быть. Но в том плане, когда у меня не было, допустим, пятой шутки, ну, головы, у меня не было мега-сокета, у меня все нормально было, а сейчас у меня перебор выходит. И они из тех людей, которые там, типа, по бису, ну, собирают. Не, ну... Типа, они... Понимаешь, что это особенно сила атаки и крит, это сильно, все равно. Ну, как для, не знаю, как для кого, но для меня сила атаки, блядь, Навара и плюс крит, метасокет, это что-то невообразимое. Но у меня метасокет стоит на хосту. Не, ну зачем сила атаки Навара, брат? У него вот не сила атаки стоит, у него стоит... 31 ловкости, это то же самое передает, но меньше, ну, меньшим процентом, но при этом он не взял крит. Вот крит обычно есть ловкость типа крит, да, а есть типа крит. Ловкость дает меньше, нежели крит, но крит при урон этом... и удар. Крит удар и крит урон разные вещи. Это, короче, жесткая математика, чтобы все это высчитать. Есть даже специальная прога. У меня стоит эта прога. Типа крит урон и крит удар — это разные вещи. Немножко. Это разные вещи. Если в плане ДПС, то там крит выигрывает, нежели там, типа, крит ловкость. Но ловкость надо брать в том случае, когда, допустим, ты ПВПшь. ПВЕ она больше дает, типа крит она ПВЕ больше дает, намного. Кстати, на завтра дохуя. Кстати, кто хочет подработать завтра, он всегда обычка будет. Клиент. Там дохуя людей просит. Обычку. Я обычно Фарада засылаю. Спросите у Фарада, может, Фарада не будет завтра. Клиентов возьмете себе подзаработать. А я не знаю, как это работает. Говорят, где-то в Дискорде канал какой-то есть. Там что-то какие-то да права нужны. Просто перед рейдом, допустим, ты есть клиент, берешь клиента в рейд и пошел.
Просто в рейде спрашиваешь, надо это кому-то такие шмотки или нет. Не надо, ну, типа. Короче, есть? Смотри, вот, я тебе пишу, мне надо воля ХМ. Ты спрашиваешь, ты заходишь себе в рейд, ну, грубо говоря, в наш рейд, спрашиваешь о том, типа, есть покупатель на волю. Если, допустим, я тебе месяц заранее пишу, ты пишешь об этом в Дискорде и говоришь о том, что у меня есть покупатель. И ты типа первый. Ну, если нет, конечно, тебя. И все. И потом меня берешь в рейд, я покупаю волю, типа, выпадает воля, я тебе даю колды. Ты какую-то часть берешь себе, а остальное, да, и бан платишь, все. Ну, то есть есть цены, допустим, на некоторые шмотки есть просто. Там определенная цена, да. Да, определенная стоимость, которая идет в ГБД, да? А все остальное, что слышит, ты возьмешь челика, оно тупо идет в себе. Ну, грубо говоря, допустим, воля стоит, ну, допустим, воля стоит 30к, да, допустим, который берет гильдия. Ты, допустим, мне пишешь 45к. Я покупаю эту волю за 45к, ты забираешь себе 15-ку, а 30к кладешь гильдбану, да. Ну, грубо говоря, так. Че выторговал, короче, то твое. Да, да. Ну там, по-моему, это фиксированные цены есть. На обычку, по-моему, и на ХМ. Ну да, типа того. Ну и на Т5 тоже фиксированы. Все, что выше, там на Т5 люди навариваются. Короче, есть определенная цена на шмотку, если ты там типа предложишь больше, типа. Вот, допустим, вот у меня на следующее КД, там два куска есть. Челик, который в топ Т5 на ханта мага лока купит за 70 000. То есть, допустим, я в гильдию закладываю в гильдию 40, допустим, да, и 30 я просто. Да он просто уже проспамил все гильдии, типа, у всех гильдиях очередь, там все дела. И он говорит, блять, хочу купить две шмотки. Две шмотки по 70к. Говорит, больше голды нету, но вот две шмотки хочу. Я ему написал, что на следующем КД без проблем тебя возьму. Сказал, окей, все. Говорит, я еще, может, доформлю на третью шмотку голды. Непобедимые воины короля лича. У меня клиенты просто есть такие, которые ты их берешь, допустим, на волю. Воля не падает, они тебе десятку дают за то, что ты их взял на. Ну, то есть это уже. Да, вот подхожу. Короче, мне 200 ВД, я четвертый кусок возьму. Ну просто, вот у меня есть ДКшка, быры-быр-быр, блять. Который его на любую шмотку берешь, допустим, да, если ему что-то надо. Даже если эта шмотка не падает, он тебе 10 000 голды даст, типа, за то, что взял. Ну, типа, свое время потерял. Ну, за то, что ему дали шанс, типа, полутать эту шмотку, если она выпадет. То есть, если она эта шмотка будет, типа, 100%. 100% он ее заберет. Вот. Банально, из-за шанса он готов платить. Причем он редко, знаешь, так, не то что редко, там, одну шмотку в неделю берет, там, не знаешь. Ему. Там кинетику только подбивай, блядь, чтобы не вайпнуть на их бучу. Это такие жирные клиенты, которым надо иногда, наверное, подкидывать хорошие скидки. Не хочется вайпнуться на принцах каких-то. Единственное, что мне не надо кусать на этом, на ланотеле, потому что у меня урон не скалируется, на бладе не работает, короче, как на энхе. В том КД забрал на свою ханта первую кус, и тогда хуёв пугарей. Кто-то танчит. Паладин, блядь, лучше не подходить. Или он отойдет со сферами куда-нибудь в сторону, или, блядь. Там, смотри, там уже сферы хуярит его. Посмотри на этого паладина. С левой стороны. Смотрите осторожно, не сливайте хоть.
Ты там другим напиши, чтобы не сливали, они там хуярят во всем. Кирс. Эдди, напиши, чтобы отошли, съебались оттуда. Кирсыч. Все с минус 7 секунд. Че, нормально, пускай так и стоит. Че, надо Еру давать. О. Без грю там все схвачено. Напиши еще этим РДшкам, надо это поднять. Это все поднимается. Так спросится команда. Вера, блядь. Кирс, что пишешь, что ли? Для пугарида тут вообще хорошо закрывается. Да у меня микрофон бархли. Это тут даже Тимати дал. Что делаешь, чтобы по мане не садиться? 9 боссов на два таланта вкачал и просто критуешь, потому что талант на сейф открыт. Ну это хороший рейд, потому что пятница. Вот. И умолимая буря, которая... Да, не зря я решил. Выходной день завтра. Она самая. Люди там пошли, тем более. По мне. Да, конечно, тут держится все на человек, на 15 человек, которые рулят там, и здесь есть более-менее таких средних, и все. Типа этого ДПС хватит и на Лича, и на Синдру, и на... Все, хватит, Вихрь. Я съебаю, короче. Бай. Полину, блять, короче, в Полину бегу, если что. Чтоб она там очковала. Ну, Келли надо добивать уже. Смотри, туду. Все, сфер нет, видишь? Опять. Пять. Тебе ебанул так начать. Там баф. Баф. Чтобы рейд упал. Оружие, языки пламени, да? Точка. Да Кирс не знает там ничего в Энхе. В Энхе? Это просто пролагал бы. В Энхе. Леми. В Леми языку пламени, да. Да, чарь, блять, на этот, на хила, который будешь хилиться и дамажить. Не, ну это на арене будет. Какая арена с 60-м левелом, скажи мне. Я уже 77-й, на секундочку. Кстати, некоторые люди на Афе стопуют себе и там, ну, грубо говоря, там 59-й, 58-й, чтобы там, типа, на 60-х. Ну, типа, грубо это, говоря, просто очки парень, нафармить, да. И потом одеться было. Типа, намного проще, на меньшем левеле фармить. Я когда на Афе играл, я, по-моему, с 15-го или с какого, с 10-го левела на БГ пускал. Прямо начал. Там типа и за БГ тебе этот фон, ой, блять, опыт дает. Полина убила. Я когда на пандах вот на фе играл, своего лока, наверное, блять, недели 4, по кайфу было, то что на БГшке походишь, там ППшки позакрывать. Поиски делаешь большие длинные цепочки. Чё он делает, блять? Кто так трэш агни? Чё?
Короче, приз неплохой. Локи два неплохие, более-менее нормальные для их эквипа. Нормально, вар, хороший. Нормальный, вполне. Ну, вар, блядь, ну, мин. Вара сейчас найти, блядь, с таким ДПСом, в принципе, не проблема. Хуя вара пишите. Пустите пасать, короче. Человек сейчас там обделается. Туртик падает, ну что-то поистрище. Это просто тортик убежал. Просто везет. Вот это теперь уже не повезет. Вот и я сдох. Да хули агрит по иту, блять, нахуй он так агрит. Не знаю что. Всю сагрил, блядь. Не умеет по одному мобу агрить. Что сказалось? Специально это делает. Японцик жив еще? Если ты видел, он просто щит просил и все. Япончик, ты жив? Ну да. Вон, видишь, два моба стоят. Одному стан, второго фиряй. Сейчас там. Постоянно его фиряй, короче, что я перебегаю. Больше шансов. Бля, 1500 ДПС у меня 77-м леме. Сильно. Да не говори. ДКшки бы было больше. ДКшка сосёт, блядь, 1100. 79 уровня. Привет. О, Лена. Видимо, не то тыкает ДКшка. Леночка. Привет, как у вас дела? Нормально. Здорово, Борисовна. Как у вас прогресс? Все как, блядь, как обычно. Нормально. Отлично. Нормально, нереально. Что-нибудь новенького на сервисе вышло? Новый сервер открывается. Кого? Чего? Новый сервер. Опять? Еще? Угу. Что там новый сервер? X3 для PvP-шников? Да. Это, короче, как FFA, практически то же самое. Как X10. Почти то же самое. Короче, новый X10 открывает. Короче, бедный, только непонятно для кого. 10, сколько он пережил. Я тоже на самом деле не знаю для кого, потому что как бы на X1, X2 уже есть. Че, Борисовна, когда вернёшься на сервер? Да я на самом деле, наверное, не буду возвращаться. Да не шаманчик. А чё так, на Афе? Ты не продавать, не продашь. Ну, да, поигрываю на Афе, как бы, ну... Можно бафы? Так, бафы это можно. Самое. Вопросик, по вофрейме бьем или типа раньше набираем? Пятого спекали хила? Нет. Так мы выхилим. Уверен? Так вот они в кучу выхилят. Что-то мы не выхилим. Встанем, да и все. Ладно, и... ладно, хильте, ты там это... Если... Вроде как одна взлетка должна быть. Пусть там Шансунг на первой взлетке даст. Я Т4 дам. А если вторая будет, то уже ты с Лианочкой читаете на ХП. Хорошо. Так, чё? Это норм. По 3 часа, 2 раза в неделю, поэтому всё ок. Плюс ключики там всякие разные. Ну, по ключам вот эти подземелья. Типа как РБК считается на сервисе. Вот, их ещё проходить. Я что-то, я, наверное, нет, я не вернусь туда на сервис, скорее всего. Шаманчика тебе дать, да, пожалуйста. Короче, твоих персонажей можем продавать, да, смело? В смысле продавать? Алло, какой продавать? Я шамана заберу. Я просто дело в том, что там как бы продать-то, конечно, можно, но смысл в том, что это, у меня же почта. Например, от друида почта, она моя, например, рабочая.
зарегистрировано. Вот. От Хантай ДК, там почта моя маленькая. Хитрая. Куда там приходит вся почта? Еленочка? Привет, Амирушка! Пришла, значит, бант забрала у меня из-под носа. Сказала, играем, и ушла. Кого забрала? Вант на шипешку, когда за тебя Маша заходила. Вант? Ну да. А он теперь не падает. Он упадет, не упадет. Я не знаю, не падает. Мне не упал, значит? Вот пойдете в следующий КД, я вангую, и он прям вам упадет. Да он уже не нужен. О, ну конечно, забрал его, значит, у меня есть под нос. Теперь не нужен. Кстати, Мозер, ты в курсе то, что там... Смотрим тени. Дэвил Пакс. Левее, встаньте все в мире, или умрете. Вы что, дрочите с тенями или что? Да все тихо. Я уже их обкусывался. Пак, все нормально. Смотрим, взлетка будет через 15 секунд. Ставьте тремора. На ком тени дам антифир. Чейва, беги. Дал антифир. Вроде андед. Гейм прочитаю. Да, я сдал на лужу, так что у меня не будет. Да, почти. Начинаем представление. Пойду. Я думаю, ко мне лучше подойди, там миликов видишь сколько, зачем ты стоишь с ним? Бабыч что-то мало бьет, кстати, вообще. Люди должны были сейчас упасть, человек 5. Смотрим, тени 3 секунды. Факт. Хант победит там. А друид убегает. Чейва. Ой, блядь. Господи, да сводите вместе, с ним, что вы делаете. Квадрат, долбоёб, сука. Сбегитесь к квадрату. Охуеть. Ебучий. Ты что, блядь? Ладно, ребят, соберитесь. А, он взял. Сука. Квадрат, нахуя не залагал. Кто хилау укусил? Да похуй кто, убейте. Шторы, сможешь меня укусить? Шторы укус не прояви. Всё, спасибо. Не должен прояви. Нет, гринок квадратик, да. Да ладно, меня зачем? Да кто кусает, блядь? Да не ёбни ты. По-любому нахуй этот Редворд. Аркхоук его. Ягодный торт укусил Даркхаук. А что рейд? Я никого еще не кусал. Ладно, слейте его. Что вы слейте? Шторы, что это за залупа? Что, ты залагал, что ли? Так а нахуй ты бегал, как еблан? Фул заход и по рейду сейчас даем. Прожимок нет. Ляночка. Читай на хп сейчас. Просто через пару секунд. Читай тоже, читай уже. Я отдавал на лужу. Его. Я так похитил. Ну хуй знает, хильте нахуй, пельмешек вот сейчас сдохнет. Мастер нахуй, танк сдохнет. Нормально, да. Хули. Два друида, которые бегают как ебланы там остались. Так, мага какого-то укусил. Поднимайте рейд. Геру, давайте. Пока. Давайте, Геру. Череп, беги, блядь. Смотри, стоит ему пол. Крючок. Блин, дашь Геру? Да вон Шазеп стоит, его не кусает, он. Сливайте лёгкую. Просто... Он под зелёнкой нахуй стоит. Бля, что-то у меня пролагало, сука. Не, ну многих тебе. Сбегитесь. Нахуй завис, уйдите от него нахуй. Там был же под боссом, вы что делаете? Да это, блядь, сложил, он ПВП-шер ебучий. Где он, бессмертный, что ли, ебать? Вы сумасшедшие! Они не сумасшедшие, они ебанутые. Блядь, по-моему, все мужи, которые с магной разлили, блядь, все укусы проебали. Тут просто пиздец, ты понимаешь, что чисто на Т5 люди выходят. Вы добили босса? Конечно, блядь.
Да. Блять, я завис, короче, есть осколок? Давай перезаходи, я не знаю, глянь. Рейсните меня. Я глянул. Рейсните, а тут все ушли нахуй. Рейсните, блядь. Ладно, назад. Масрес, дай его, это ли? Этот самый. Сейчас, подожди, да, Масрес. Есть нет? А у меня серый, почему-то не могу что захуять. А что-то тебя до этого не лагало. Как только лужа кинулась, у тебя, сука, залагал? Короче, вот эту залупу я залагал. Отвечаю, там, блядь. Это будете бабушкам рассказывать. Давай, можно сказать по-другому. Не, не, слушай, это говорится по-другому. Мне ты не пизди, я сам пизда был. Можно дать смогу? Вальку сагрили, вальку. Бля. Хуярьте вальку нахуй. Не, не сагрили. Так не хуярьте. А это там всегда долгий бой на лайне. Че, реснит кто-то шансунга, там есть осколок? Да, блядь, нет, не надо. Серая блядь. Хуйня, масрез нахуй, не могу. Короче. Давай я ой. Побегу, я побегу. Сейчас я узнаю, все, все, да, масрез и туда. Говно ебаное. Че за бой нахуй? Давай я побегу, квест дам, я буду видеть осколки. Подожди, тут этот уже поднял масло. Смотри. Стал нету попал. Просто. Нету, пошли. Все, окей. Короче, грин. Ок, ты тут. Тебе пизда, текай села. Значит, шторы, ты тут? Шторы, ты вообще в гильдии? Я тебя такого не ожидал. Блять, чтобы я такого больше не видел. Гринок. Я типа ему сказал укусить меня, и кто-то укусил, он, видать, не смог. Вы понимаете, что укус, да. Если укус на да, человеке, да, и да. Ты подбегаешь его кусать, то он, блядь, не укусится. Да он меня, ты меня кусал, шторы? Да так, блядь, я же ему сказал, и меня, видать, вар, блядь, укусил. Вар, сука, долбоёб. Это он... рот, блядь. Шторы. Изначально. Он, блядь, хилов начал начинай, кусать. Еблан. Начинай, начинай смотреть внимательнее. Если вот ты на этом боссе всегда так начинай будешь писать... Помолчи. Если ты всегда так на этом боссе будешь... Я там, блядь, не прожимался, нахуй. Тебя кикнут, нахуй. Смотри внимательнее, будь. Укусил это, когда ты контроль не получил. Гринок, блядь, я залагал. Я смотрю, ты в квадрате стоишь, бегаешь, блядь. Ну еще дурачки те, кто к тебе не сбежались, блядь. Гринок тоже, если лагаешь, блядь, на синдру лича можешь не рассчитывать. Ой, ты че разошел? Да какой разошелся? Ты это видела? Это вообще пиздец, блядь. Я такого никогда в жизни не... Да, меня тоже укусили. Бля, Войт, да шторы можно понять. Он как бы хилить еще должен, блядь. И я ему сказал, укуси меня, блядь. А потом меня какой-то долбоеб укусил. И он меня да. Держал в таргете изначально, блядь. Я и он не смог. Сказал, что он укусил ягодный торт. Остальные, пока его кусал, я не слышал. Блядь, это вар, долбоеб. Ягодный торт, как там вкус вообще нормально. Лучше выйдите, милики, из синей лужи. Лучше выйдите. Ты yes, говоришь, синие лужи, они выходят из моей. Да, блядь, не из той, из ледяной вот этой. Здравствуйте, Фоги. У меня вам вопрос к вашему. Сколько там времени достало? Здорово, шмотка. 10 людей там сегодня. Да хуя. Да хуя, 10 минут где-то. Ты хочешь слиться, что ли? Столько? Нет, нет, я не слиться хочу. Я хочу, чтобы шмотки не проебались. Да не проебутся. Еще хватит тактику рассказать на лича. Короче, перед Валерией или после Валерии? Что, блядь, такая Валерия? Посмотрим. Я все скажу. Хуярьте пока. Так, там Бронсон, ну, плюс 5 а на ролл воле. Слышишь? Войт. Бронсон, ну, плюс 5 на ролл воле. Чего бы это? Ну, вот так вот. А че, за что? Ну, он... За скилл. За скилл, да. А что он сделал? Хорошо реагирует. Ну, он знает за что. Что ты сделал, Бронс? Не накосячил, так сказать. Обещали, надо сделать. Да. А что сделал-то он? Да всё, 5 плюс 5 записывай, заебал. Я это запомнил. Тактик-то с ним ролик может обидеться. Ну, блин. Не, мне расскажите за что, чтобы я тоже знал. Всех был шанс проявить. Он сделал, блядь, невозможно, его не смерть. Сделал, блядь.
Ну когда я орал, блядь, друиду нахуй, выйди, блядь, там две споры, ебать, он побежал и стоял там вместе с Варом, когда должен был когда вот должен видишь, был Вар остаться в милизоне. Я понял, спорой, короче, на тухлом где-то. Гринок, нормально, да? Все хорошо. Опять залагал. У вас какая-то еда вообще, ленка, блядь, там, да я и тоже говорю, то, что пидоры пернатые, они и есть пидоры пернатые, блядь. Вот видишь, ты еще на циркуле с нашей гильдой не знаком, там вообще пиздец, там злой прицел, как бы охуели вообще. Там вообще напугал, блядь. Пельмешек, блядь, слушай, надо жить пельмешком. Особенно прицелом. Прицелом. Не, ну там, ну так-то, блядь, клоун. Его, например... Заканчивайте, пожалуйста, рвать агрола. Да тут не столько агро, сколько я пизжу с вами, блядь. Пелемешек, ты понимаешь? Вообще, пелемешек. Блядь, Шазеп, ты меня уже бесишь. Пелемешек. Ты, блядь, вроде бы нормальный чувак, но вот как начинаешь рот открывать, так пиздец. Хочется кикнуть тебя. Да мне это... Помощник, я его кикну, понял? Ха-ха, чё ты? Почему-то он меня бесит. Мне больше интересно, почему меня Лёша укусил. Почему? Правда, подроплить что-то? Так я справилась со своей задачей. Ты-то справился, вот где-то. Блять, что-то волосы такие. Короче, эффективнее шпилим. Чем быстрее мы убьем это все, тем быстрее разрулится шмот. Гринок, давай разлагивай, играй осторожно. У меня такой вопрос. Полипалы есть? Мастер есть? Поли? Чего? Мне не хватит? Мне такой вопрос. Иисус, который в рейде, он тут? Нет, он не близко. Иисус умер 2020 лет назад. Нет, нет, Иисус, который варом играет здесь. Варом. Такого тут нет, он не видит. Не-не-не, он не в Дискорде написал. Ну, он типа. Там, если что, воет этот Джотан, мне писал то, что на танк роли. Я то знаю, мы. Блять, Джотан, ебать. Мастер Трау здесь? Сейчас где сам ты Джотан, блядь, я Йотан. Понимаешь, он там с отцовскую только школу, блядь, с французским закончил. Да я знаю, что мне надо к логопеду сходить, заебал. Ну, нехуй делать такие сложные ники. Там сложно. Это ж, блядь, не HQQ, блядь, PvP, блядь, W7. Ну, тоже верно. Когда Хабиб с Фергюсоном биться будет, кто знает? Хуй знает, я не гомосексуалист, чтобы так им интересоваться. В апреле вроде они. Плюсуешь там сейчас нахуй до ледяной короне я... будешь плюсовать, сука. Я повторю вопрос. Мне не хватит на лайку захилить, да? А, не знаю. Не хватит. Хватит, да? Похер. Это, уйдите назад там, на ступеньки не идите. Шазеп на тебя МК покидает после портала. Ну хорошо. А чё, три дрыда нормально будет на рейде? Я думаю, да. Шторы хорошо хилят. После того, как морячок за линка не отпиздил, смотреть бои стало неинтересно. Ой, господи. Только дайте бафы, я умирала. Слышь, мастер Трал, ты? Мастер Трал? Ты нахуй так опустился до сопа, блядь? Ты ебанулся? Ты этот винку не... Я туда пришёл. Этот винку не обращай внимания. Ты нахуй так опустился? Не знаю, я пошел, я не знаю, какой закрытие, но это для меня похуй. Мега-траллинг. Ты все равно опустился, так не объяснил, почему. Дайте там интеллект. А что, анимешников можно еще хуже опустить, нахуй, чем особо? Через кого хилите? Через вой, да? Когда, кстати, слышишь, Мастер Тро, когда я этого топового вара увижу? Я что-то в рейде его нихуя не вижу. В каком рейде? А какой другой гильдии нахуй? У тебя же вара была моя, нет? Слышь, мастер, а чё ты видосы-то не пишешь? А я не или помню. Пишешь? Писал вроде как-то. Нахуй надо, да?
Алдырный бомбик. Короче, ты скажи, Войт пишет, да и нахуй. Главный архивариус Сируса. Должанский нашел время. Причем Должанский? Кто шарит, тот поймет. К сожалению, никто не шарит. Блять, вот этот вот фамилия знакомый, только не могу вспомнить, кто это. Ой, ты расскажи, сколько ты подписчиков. Это один архивариус там есть. 110, надо. Хорошо. Известный архивариус. Смотри, жирного как кида. Просто. Не говори о том, то, что у тебя 100 человек, подписчики 30 дискинди. Да я хуй знаю. Ты там забыл посчитать человек 10, там мама, тетя, блядь, сосед. Угу. Это жо там рядовой шутник, да, у нас сегодня? Я капитан шутник. Чего-чего? Капитан шутник, блядь. Капитан. Чего за шутки тебе? Ой, ты что, обижаешься на шутку? Апнули рангом, пацаны. А ты же этот, кореш... кореш от Твинси или нет? Да, вот. Или я ошибся? Все вы Immortal of Seed, о чём сказали. Он не был с ними, вот, с Твинси, со всеми этими компаниями? Нет. Слава Господу Богу. Если с вашей кюды я знаю только вот это, Розарию, блядь, молдаза. Нет, Розарио был в двух гилдах последних, которых. Утро доброе. Заберите здорово, этого, здорово. Блядь, мага, вы чё, ёбнули, что? Успокойся. Если бы я лёд не дал, то бы вообще съели бы нам. Так что лучше ты смотри по сторонам. Блядь. Балдырный зомби. Петух. Чё, старый, ты остаёшься? Чего я? Ну типа проснулся. Да. А сколько тебе времени? Чувак. 10:37. Нихера себе, у нас тут рейд идет ночной. Только тут. Мы еще не спали, он проснулся только. А где ты живешь? Сейчас столько стаки набирается, ты сейчас охуеешь, как после 40 стак ёлка. Камчатка. Главное подавить или побыстрее снимать. Ну короче, пойдем спать, а у него вторая смена начнется. С осторожненько. На мобах не сдохнет и это килам не пускать. И червей побыстрее заливать. Потому что если хила проебать, по его будет. Ты, кстати, тортика не обижай, это мой питомец. Похилю ответ. Это был знак. Давление хуяли. А то так не захилить до завтрашнего дня. Я чё, вообще кто-то съел? Вы в Гере, что ли? Ну что-то так ворует. Разгром, ёбаный попрос. Я открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение. Ничего, что я Мурдазару написал, что вы все его хвалите. Ничего не понял, что ты Мурдазару? Да, ничего страшного, что я Мурдазару написал, что мы все его хвалили и называли его Надеждой и Глинью. Ну нормально. Пускай. Ты смотри, чтобы у тебя Мурдазар не обосрал. Хуя, не знаешь, блядь. Юзки, блядь. Свечка. Свечка, свечка. Где звездочка, свечка ваша? Разгром будет кастовать сейчас.
Забери эту, блядь, хуйню. Там забери. Убьет сейчас! Да не убьет, нормально. Читак. Три друида, заход эти кружок. Паника накрыла, чтобы не убил. Батя, народу в дискорде как будто вы в 25-ке. Так это и есть 25-ка. А, 25-ка. Я думал, десятка, блядь. Говоришь, стаки набирай. Что случилось? Даруй мне силу покончить с этими нечестивыми тварями. Надо было еще одну. Вы на фул, что ли? Угу. Нет, осколка. Помощь нужна будет, семафор. А, хорошо. Нет, помощь нужна будет перед лечом, скорее всего, на Сидре. Да, пуги, имейте в виду. Это, по идем... поводу питомца. Это ты переборщил. Спускаемся вниз, быстренько все, на лифт. Нет, мне такой питомец называется. Тортик. Ты пародер. Нет. Да. Просто мой ник с питом. Спускаемся на лифт. Ну-ка, линкани мне, пожалуйста, своего ханта. Какая у тебя там категория? Какая? Третья. Линкани, когда ты получил... Ну вы чё, резайте. Знаешь, я когда создал, короче, персонажа, апнул 80-й и сделал 7-ю категорию, я год не играл на этот персонаж. Не суть, линкани, я тебе свою 7-ю. Кто у кого ник своровал? Агрессив, ты какого хуя, блядь, с пугами пошел моим? Я твой ник не воровал. Это у меня всего лишь питомец. Слышал? Пугами пошел моим. Просто мастер просто ЕП не хочет и все. Лок, тебя не резнуть. Вставайте, суманут. Пельмешки. Дайте шкаф. Где пельмешки? Дай шкаф. Я ж думал, блядь, агрессив это другой чувак. Агрессив это тот чувак. А ты его персон пошел? Нет. Кстати, пацаны. Вы нахуй мальтизавра бежаете? Его жизнь обидела, чё его обидеть? В смысле жизнь обидел? Не тыкайся, пошел в пизду, значит, заходим в комнату. Ты, блядь. Призыв начал звить ответ. Начал заебись. Вон оно. Зашли, чего там стали? Иисус, ебаный свет. Вот, сука, слакер. Это совет. Не бейте, пока на танках мобы не будут. Сразу резать тебя. Баф по ДК. Так, я слева, ты справа. Вой, это ты релишь, да? К сожалению. Как я тебя понимаю. Сахил? Оу. Сахил, Сахил? Только услышал, да? Да, это я. Ты что здесь делаешь? Ну, я с ребятами как-то ходил. И Дискорд просто не закрыл канал. Смотрю его в рейде. Зашел послушать. Если что, помощь понадобится, тут Синдралич целка нас спит. Я, к сожалению, медведем или котов я пойду в гильдейский.
Дейта. Чё, перса нет твинка? Ну, есть, ну, да, может, слабенький. Такой 250-й пристим на ШПшкой. Вообще изи. 250-м только БРПК, сука, в армии, блядь. Каким ты... Каким ты, Войд, пошел варом со мной тогда? 230. А, 30? Ну, про 2. А ты какой был, 264, да? Да, поболее, наверное. Очень правильно. Где-то видос есть старый, если откопать. Кстати, из-за того, что там Христос стоит, не обалдеть. Ты говоришь, мастер? А чё, здесь... а чё, Сахил с мастером где-то в одной гильдии, давай? Нормальные пацаны, да? Ну, с Войдом я когда ходил, я в ЦЛК десятку просто за ИП пошел. Но скажу, среди многих танков мне понравилось, как ты танчил. Ну, варов чё, танков. Смотри, мальчик делает комплимент мальчику. Чтобы вы понимали, Войд на самый главный вагон. Осталось обсудить только вейпинг и бои без правил. Кстати, как раз сейчас по вейпе, подождите. Тоже у вас косячек, не понимаю, да? Вы просто не танчили с ним ЦЛК десятку, когда он 230. Вы не понимаете, что это. Я теперь понимаю, когда он видео снимал про того... Братик. Который смог это оставить. Кстати, поржал с этого видео. Просто для примера, ребят, допустим, на сурке, когда вы стоите, да, два танка, один танк слабее. Он агрит сурка и держит его до упора. Упор это... Пока его не шотнет или чё? Ну, типа того. Чё-то там Войд ролить не пора ещё. Ещё драконов захуярить надо. Всё, схватил. Решил. И как бы на тот момент для меня было небольшим удивлением, что Войд как бы не держал на себе сурка, а только стак забирал. Ну, дебаф только забирал и всё. И всё время танчил сурка я. Это большое удивление было. На силусе, конечно. Да, 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 я про то и говорю. Как бы, чтобы человек зашел и понимал, что ему смысла нет сурка танчить, а только можно стак забрать, дебаф. Ой, ты уже покраснел? Нет, почему? Ну, я, блядь, на силусе, если человек жмет таунт, это уже можно пост вот так делать, смотри, ща-ща, найду. О, вот так, вот так. Прости, ты же таунт жмешь. Настал. Ага. Агро держите. Да пизду. Пизду агро. Только стан нет. Минус ПС у танка. Что, дракончики? Ну, просто как бы на пул надо было давать дельку, как бы сам. Лестница сначала не агри, не агри, ебаный поговорил. Можно было гнев небесный сдать что-то. Много чего можно было. Но недолго же все равно. Ну, блядь, за это время трэш может отлететь. Всегда было подряд. Я не знаю, вы неосторожно просто играете, хуй знает. Да, блядь, пизду. Кстати, поле. О, мне 6 душ осталось. Ну? За варта, так и не услышу. Я говорю, зайдет завтра Дан, и я тебе скажу. Вон, кстати, можешь спросить, тут у нас из его гильдии, кто это? Вон, маг есть. На сцене там у него... Я сейчас наберу, подожди. Костя, ты не заслушал? Я понял, что за гильдия, а что за вар? Что у меня вообще у него спросить? Сейчас я тебе не скажу, подожди. Ничего не спрашивать, просто. Честно, Джора тоже магом пошел? А я думал, Костян. Подожди, а ты кем? Нот Сириус, да? Я в ней была, это везде.
И вроде бы хотела собирать статик еще один для рейдов, если не ошибаюсь. Нет, ты меня путаешь. А, я, наверное, ошибаюсь. Да, не все гоблины на одном лесу, да? Я не была гоблином в тот момент, я была орком-мужиком. Ой, бля, все, забей. Остается. Со стариком тоже периодически. Старый, это ты, да? Переименовался? Старик, это тот же самый, это тот старик, тот самый сервера старик, с которым я периодически тоже ходил в РС обычку. А, спуганный, ну да, в один раз. Да. Сегодня мы, да, в РС обычно сходили, с очень интересными людьми там на мир. Я помню Редек, он играл, и был в Редек, кстати, соврать со стариком. И он отдал, блядь, апокалу долбоёбу, который выносил из силы, блядь, метку в свет. Было очень круто. Серьёзно, когда вы говорите, ходите, другую запоминаете? По лицам, смотри, если транспорт нормальный, то запоминаешь. Если бомж, тоже запоминаешь. Если про товар, тоже запоминаешь. Чисто по лицу. Да хуя про товаров, но большинство из них бомжи. А Войд к бомжу относится, нет? Ну, в Наги, вот смотри, у него шлем, видишь? А, у Наги есть шлем, ну да. Наги, видишь шлем? Все, там забил. Можно удалять персонажа сразу. Бага не видел, кстати, как он. А вы что, в комнату не будете заводить, пацаны? Сами? Нет. Сами зайдете в комнату. Старый очень часто собирал днем, поэтому как бы многие, скорее всего, знают. Старый, по-моему, вообще сдавая. У него, скорее всего, наверное, наоборот, дневной РТФ. Если у него сейчас 10. Если у него сейчас 10 утра, у меня сейчас 4 часа ночи только. Желающий вреет, старый, пойдешь? О, это не вечер. Да, да, сейчас, через 2 секунды. БК закончится. Ага, вечерние это люди, которые сидят по МСК, а он сидит уже, грубо говоря. А он Восток. Дальний Восток. Ты уже. Ну, смотри, если ты из МСК, это у тебя уже под утро считается. У меня плюс 2 от МСК. У МСК как пассивного времени. Да. Час 50. 2 часа ночи по серверу. У меня 4 часа. Я тебе говорю, по МСК. Путнее, в лужу встаньте хиловскую. Старый, кажется, еще до РС-ки еще когда-то и ВК, что ли, или Икс собирал. Тоже, ну это совсем давно было. С какой вы гильдии, ребят? И ВК на плаще я собирал. Да. Тоже ходил. С какой? Слушай, вопрос. А вот я хочу только танковское кольцо рольнуть, да, успеть покурить. Можно его рольнуть? О, в натуре, кинь танковское кольцо на ролл, блин. Да, хиловская лужа у Ршама Хели. Вот ты тут? Так, да. Нужен-то? Мне ничего не надо, я просто помочь хотел. Да другим иди. Хилом, да? Простят, тут да. Говорят, хиловская лужа хилит плохо. Так там эти тики... Короче, разрол после перекора, да? Нет, сейчас разрол, те, кому не нужен шмот, идут курят. Сейчас я кину несколько... Ну возьми тогда, пожалуйста, кольцо танковское, мне тут больше ничего не надо. Не знаю, разрол. Сейчас посмотрим. Мастер, у тебя голды много? Нет. Бринтроли, кидаем ролл. А то что-то со сплетением я в минус 150 арпа выхожу. Кидай обмен звезды. Не, ребята, вы очень наивные, что вы одеваете 2-2. Это уже очень хорошо хилит. Надо иметь разные комплекты. Очень хорошо хилить можно и 4 и 10. У меня все комплекты. Ну, и все кловые. А еще лучше и травмы иметь. И травма есть. Вообще топчик.
Я все, что назовешь, что у меня есть, поверь. А еще лучше хэпала иметь. И хэпал у меня есть, да? Маленький. Мы без хэпала нормально ходим. По-моему, в ОКХМ всего два раза был хэпал. Все остальное время два эрша мы захиливали. А я понял, что на все спеки ебашь. Хэпал танков хорошо очень поднимает. Прям вообще бодро. О, ребят, не спрашивайте у меня по ХПС, это глупый вопрос у хила спрашивать. Особенно, когда в рейде ДЦ, да? Нет. Нет, просто если идет сильная просадка или рейд слакает, то там и цифры больше. Или да, ДЦ, или таргет урон, тут в зависимости от рейда, от сетапа хилов. Это глупый вопрос спрашивать цифры у хилов, это очень глупый вопрос. Потому что если поступающий урон, там, скорее всего, будут в топе всегда рестер друиды. Там без вариантов. Что-то удивительно, ничего никому не надо. Мне ничего не нужно. Я отойду. Приду. Блять, не будет. Ты не говори о том, то что ты ролишь нахуй шмотки. Да. Охуенный ты, пацан. Какие шмотки? Я кидаю на ролл, вон в рейде. Я волю еще не ролил, если про что, про это. Так, теперь воля. Суджур, ты здесь еще? Да. Блять, чтоб ты понимал. Я у тебя до этого спрашивал, ты будешь ролить? Ты говорил, нет, нахуй. У тебя это хуя было времени, нахуй? У тебя, сука, время стоит на перерыв, и ты, сука, шмотки ролишь. Я же говорю, ролится во время перерыва, ты что, не слышал? Так, я так понимаю, выиграл Дэлю Пас. Что, сынку играл? Способ ебашь. Просто он единственный, у кого этой воли нет, и кто больше всех из них бросил. Первый и последний раз я с тобой иду, пидорасом, блядь. Вред нахуй. Я не понял сейчас твои предъявы. Чего у тебя за проблема? А ты вот. Все по ролям? Еще раз спрашиваю, у тебя какие проблемы? Я тебе еще раз говорю, первый раз, последний раз я с тобой иду пидорасом в рейд. У тебя стоит время на перекур, перерыв, ты русукашь. Ты в дискорде шмотки? Сидишь или нет? Я говорю, перекур для тех, кому шмот не нужен. Шмот разраливаю. Или ты не слышишь? Кто пидорас? Ты, ёпта. Ебать, ты рофлишь вообще. Так, там волю Devil Pax, получается, выиграл, потому что остальные, кто кинули больше, это да, был да, один. Да, Вар выиграл. Приз, блять, и ДК, у которого героическая. Я ж написал, что мне она не нужна в чате. Нет, правда, Вар. Ну, написал Вар? Или кто? Вар Devil Pax выиграет, да? Да, ДК. Ему уже. Сноубол. Какая воля у него? Мне не надо. Да, в чате. Мне она не надо. Так.
дальше. Что же, ебать, он орать начал, нахуй, ни одной шмотки на него не ральнули, по факту. Ебахуй. О, старик. Похилим. Чего? Похилим, говорю. Да, конечно. Сейчас кидаю обмен. Это в кого обмен? Звездочку. Так, что я это говоришь, да? Спасибо. Так, кольцо никто не ролил, да? Рога вроде нету. Ну чё он начал орать-то, блядь? Он её не сролил. А наручи кровосмерча надо кому-то? Вар фантшиман. Обмен. Кольцо. Друид кидай обмен. Грудак не надо. Все, остальные шмотки сланые, там два токена свали, остаются с... это у меня пока что. Так, там у нас 1:20 есть. Так. Можно билл ставить? Да, конечно. А то я тебя попросил.